Вот уже который год, в первые дни октября, мы традиционно отмечаем День пожилого человека. И за все это время стало понятно, что праздник необходим не только пенсионерам, которые получают больше внимания и заботы, но и младшему поколению, которые искренне и с любовью все это отдают. Пожилые люди Чистопольского дома-интерната для престарелых инвалидов «Юлдаш» не остались без внимания. Веселые, опытные, активные, мудрые подопечные этого дома собрались в уютном и светлом зале интерната, чтобы вместе с гостями отметить свой праздник. Решите поздравить вас с этим прекрасным праздником, пожелать вам доброго здоровья, мира, добра, душевного покоя. Мы со своей стороны стараемся и дальше будем стараться сделать так, чтобы у вас было светло и радостно на душе, и душа оставалась молодой долгие-долгие годы. Среди гостей этого вечера можно было увидеть и заместителя главы муниципального образования города Чистополь Михаила Ксенофонтова, и постоянных спонсоров Дома престарелых и инвалидов, и других гостей. Пришли они на праздник не с пустыми руками. Не остались в долгу и хозяева интерната. Помимо презента, сделанного собственными руками, порадовали гостей и музыкальными номерами. Сложившаяся в зале теплая душевная атмосфера не оставила равнодушными никого из присутствующих на праздничном мероприятии. Порадовали старшее поколение нашего города и в зале молодежного центра. Специально для них в рамках декады пожилого человека артисты подготовили праздничную программу. И надо признаться, что она была воспринята с нескрываемым восторгом. Международный день пожилых людей – это еще один повод выразить свою любовь, заботу, поддержку и уважение. Ведь в них очень нуждаются поколения, так много сделавшие для нас.